Привет, это Супраленд, и мы продолжаем прохождение этой увлекательной красивой головоломки. Мы сейчас находимся где-то примерно 6 дюймов вниз под Супралендом, под землей. Мы с тобой синий трубопроводчик, и что мы здесь делаем? Дело в том, что я вернулся обратно, где мы нашли пряжку отталкивания, которая позволяет нам отталкиваться от металла. И я нахожусь здесь для того, чтобы найти другие всякие секретные комнаты. Вот, например, вот где-то здесь была... В комментариях, по крайней мере, писали, что здесь где-то была секретная комната. Вот этот сундучок я схватил. И где-то что-то еще было. Где-то еще, где-то тут. А, вот тут, наверное. Ага, точно, смотри-ка. Что у нас тут? Куча монет, балдежно. Золотишечка. Возвращаемся на предприятие, где нельзя было вносить коробки. Зачем я туда хочу вернуться, скажите мне. О, там монетка внизу есть. Ты это видишь? Пряжку сейчас включаем. Дело в том, что там, на этом предприятии, где нельзя было вносить коробки, есть какая-то секретная штука в виде сундука. Давай, падай вниз. Монетку берем. В виде сундука. А я ее прошляпил. О, здорово, чухан. Тебя ж тут не было. Давай поболтаем. Ты такой оранжевый. Думаешь, что сможешь одолеть меня? Я... оттачивал свои навыки в самых серьезных забегах. А, это бегун. Сначала открой главную дверь, потом мы начнем забег. Главную дверь открыть? Тоже телепорт-пушка нужна, что ли? Ё-моё. Одна телепорт-пушка везде нужна. Нет, ну, есть вероятность, что зацепиться здесь можно, а там не за что. Может, с крыши как-то прыгнуть? Подожди, сейчас попробуем на крышу залезть. Так, давай. Опа, на крыше мы. О, здесь тоже что-то есть. Монеточка. Удачно я на крышу сбегал. А я уж хотел отсюда валить с этой зоны. Потому что тут... Давай, поднимай меня. Потому что здесь уже ничего и не было, как мне казалось. Но тут еще куча всего. Вот на той стороне куча всего интересного. А тут, я думал, уже все прошарил. Все проверил. Но нет. Как оказалось. Вон там еще монетки. Но это как бы логично, понятно. Сейчас попробую отсюда спрыгнуть туда. Аккуратненько. Сейчас попробую. Получится у меня это или нет? Давай. Тихонечко так. Вот здесь вот. Вот так вот. На. Аккуратно давай. Кавабанга! Да, получилось. Что ж, максимальное здоровье плюс один. Ну, а тут дальше просто выпрыгнуть. Может, даже допрыгну туда. Нет, не по... Эх, не получилось. Я хотел вон туда прыгнуть. Черт, сейчас еще раз залезем на крышу. И посмотрим, получится у нас это или нет. Есть. Значит, потом нам нужно будет вернуться в город, в Клеттаун. Все говорили, сходи к волшебнику, неудачнику и помоги ему реализовать свой фокус левитации. Хорошо, я это сделаю, но чуть позже. Вначале надо разобраться здесь, в этой зоне. По монеткам все. Вон туда еще хочу проникнуть. Как-нибудь залезть. Смотри, сколько там гвоздей. Пойдем-ка обратно. А, кстати, насчет кактусов. Кактусы очень важны. Не все так просто, как нам кажется. Да, вот мы сейчас вот так вот заберемся по гвоздям. Короче, вот эти кактусы, вот это вот растение, его можно есть. Это фрукт, который можно кушать. О, кстати, подожди. Поэтому он излучает сердечко-то. А, нет, так просто не вытащить. А, поскольку у меня здоровье фул, я не могу воспользоваться этой едой кактусовской. Опа. Но ничего. Я думаю, мы успеем еще заханырить, захомячить эти фруктики. Дальше нам нужно вон туда. Давай, цепляйся. Пряжка, включайся. Ну же, цеплись. Опа, папа. Ух, ну ладно, хоть так. Есть. О, как тут интересно все. Может быть, на картоночку попробовать залететь? Давай попробуем. Ниху-ху, я на самом верху, прикинь, я на самом верху, тут и блоки. Да, разломать нафиг. Обожаю. Вот чем мне нравится Супраленд, то, что ты можешь залезть вообще куда угодно. В любую щель, на любую горку. Куда захочешь. Там я был в прошлой серии. Тут какая-то кнопочка есть. Можно пробрать. О, пещера. Ух ты, какой ты. Подожди-ка. Он меня даже достать-то не сможет, потому что я левитирую. Ой. А ты кто такой? Че это за глаза? Хотеть есть, моя хотеть еда. Ты дать еда, я дать красную штуку. Ты бы, блин, скажи мне, что ты жрать-то хочешь? Что ты любишь похомячить? Ладно, поднимемся сейчас наверх, вот сюда. Тут сейчас пробегусь быстренько. Где-то разгадка в этой зоне. В плане еды. Может, тут где-нибудь бананы валяются? Или цветки какие-нибудь особенно. Давай туда вниз прыгнем. Юху!
Заберем вот эти монеточки. Угу. Тут вроде бы все зачистили пока что. Все, поднимаемся обратно наверх. Вот так вот. Вот так вот. Ой-ой-ой, стоп. Есть. Ага. Все, сейчас мы спрыгнем, пробежимся вон там, вот гоблинов замочим. И там еще вон кнопочка есть, которую можно нажать. Она что-то активирует. Возможно, даже двери открывает для забега, да? Возможно. Но это не точно. А, прыг-панель. Вон оно чего. Я сюда могу запрыгнуть. Ну, сейчас. Сейчас мы это сделаем. Я вот сюда спрыгну. Здесь есть что интересное? Нифигашеньки. И тут тоже нифигашеньки. Хотя, нифига себе, куда я попал. Ничего себе, что я нашел. Секретная локация. Критический урон плюс 5%. Это круто. Я стал мощнее, моя кирочка теперь критует. А, вот где мы очутились. Ясно. Здесь прохода нету. Блин, а как я пролетел-то? Если бы я сюда случайно не заглянул, я бы и не нашел эту секретку с кирочкой. Запрыгиваем обратно. О, подожди, вон там вот еще что-то было, по-моему. Сейчас, минуточку. Сейчас я запрыгну. Запрыгнул вот сюда. Я запрыгнул и напрасно, походу. Блин, может не напрасно все-таки? Нет, все-таки напрасно. Ладненько, сейчас я запрыгну обратно. Идем гоблинов мочить, все, хватит тут. Шуры-муры мудрить. Точнее, шуры-муры, это совсем другое. Фигней страдать, вот что я хотел сказать. Вот это вот. Гоблины, идите сюда, я сейчас расколбашу ваши майнкрафтовские кубики, которые вы так охраняете. Опа! Кстати, да, ну-ка давай, пульни в меня, пульни. Я сейчас твоего другана как стрельнул. Эх, промахнулся. Я хочу в него попасть. Обраточка. Я хотел в этого попасть фаерболом, но что-то не вышло. Вышло как-то криво попа. Монетки собрали. Блин, сколько у меня денег-то? В следующий раз я куплю себе апгрейд карты. Ну, вообще карту куплю. У меня ее, в принципе, нету. А я же ее хотел. Тут вроде бы все. Смотри по щелям. Вон туда можно забраться. Сейчас попробую это сделать. Опа. Здесь явно что-то есть. Явно есть. Секретка. А, да, секретка. И что же тут? Урон плюс 5%. У меня теперь 10% шанса нанести критический удар. Ай да, моя кирка. Мощнецкая штукенция. Нет, туда не допрыгну. Хотя, если присесть... Подожди-ка. А, нет, когда я приседаю, я вниз падаю. Сейчас. Как бы мне туда прыгнуть теперь? В краешек. Не, я думаю, что там ничего нет. Потом сюда, если не забуду, забегу с телепорт-пушкой и разберусь. Здесь я что-то могу активировать. Опа-на. Вентиль сейчас покрутим. И что-то открутим. Давай наверх. Привет, ребята, что это у вас тут происходит? Гулянка, что ли, какая-то? Кто-нибудь что-нибудь не расскажешь? Какой ты худощавый. Уф, я не могу работать на голодный желудок. Да я вижу, что ты весь исхудал. Одни кости да кожа. Спичек нет. По всей видимости, я могу что-то тут разогреть, если бы были бы спички. Спички, давай со всеми поболтаем. О, какая у вас тут... Вот еда, вот еда. Возвращаемся к тому странному чудику, чудовищу в пещере. И мы сейчас ему вот эту рульку отдадим. Ох, он нахомячится знатненько. Так, а я ж туда запрыгну. А, мне надо спрыгнуть вниз. Так, рулька, тихо. Обвалял немножечко ее в грязи, но так вкуснее даже будет. Так будет даже вкуснее. Чудик, держи. Я хочу жареное мясо. А, блин. Жареное мясо ему. Смотри-ка, какой вредный. Я ему поесть принес, а он говорит, жареное мясо хочу. Радовался бы этому. У тебя, кроме меня, тут больше никто ничего не принесет. Значит, нужны спички. Возвращаемся обратно. Там нужно где-то разжечь гриль и пожарить это мяско. А, наверное, рабочие-то там и тусят, потому что они могут поесть нормально. Кто же ест сырое мясо-то? Ну все, сейчас будем разбираться с этим. Пока помню, а то если я убегу оттуда, да, и с мясом не разберусь, то все, это капец. Я потом про чудище в пещере забуду. Мясо возвращаю, ребят, давайте поболтаем, расскажите, что вообще происходит у вас. Вот угли, да, спички нужны здесь. Давай, говори. Я хотел приготовить поесть, но у нас нет спичек, это печаль. Ждал весь день, чтобы пожрать.
Я ждал весь день, ты представляешь? Да представляю. Откуда это мясо? Заставляет задуматься. Не знаю, может быть, муравьи притащили? Может, муравьиные попки? Мы должны восстать, говорю тебе. Сбросить наших хозяев, взять власть в свои руки. Назовем это баранократии. Чего? Баранократии. Баранократии? Блин, назвать типа бюрократии, но они баранократии, барана, потому что это вот рульки бараньи, видимо, лежат. Точно бараны? Да, баранократии. Ох, ну и название. Мне надоела баранина, я ел баранину сам. Я угостил бараниной друга, я даже отдал баранину врагу. Я устал от нее. Ужас. Какая ужасная постигла тебя участь есть каждый день баранину. Кто-то, между прочим, голодает. Говори, что хочешь про этот ресторан, но отсюда открывается чудесный вид. И вправду, я с тобой согласен. Чудесный вид на осточертевшую фабрику. Ну, видимо, тебе надоело тут уже пахать. Я понимаю тебя тоже. Никакого отдыха. Значит, спички нужны. И мы можем найти спички. Спичули, спичули, спичули. Как-нибудь, может быть, пряжку сейчас включу? Почему я не примагничиваюсь к этому бойлеру? Сейчас, подожди-ка. Опа. Ну, почти, ладно. Не, почти не считается. Так, могу запрыгнуть вон туда, внутрь. Сейчас, подожди. Вот таким вот образом. Я здесь был? Ух ты. Ух ты, мы вышли из бухты. Знакомое местечко, как будто я здесь был, но нет, я здесь не был. Кубик. Кубик. Радио надо сюда притащить, чтобы он убежал. А куда он убежал? Здесь нету другой радиоприемной точки, чтобы радио перевешать, и он туда подбежал. Хм. Не достану. Чё, только не говорите мне, что я зря сюда бежал. Так. Здесь никак. Сейчас попробуем по трубам. Да, давай по трубам. Вот сюда. Сюда. А, эта кнопка переворачивает трубу. Видимо, да? Ну, скорее всего, да. Вон ту трубу нам нужно открутить. Сюда я не допрыгну. Слишком высоко. Хотя, как сказать, если отсюда попробовать, то в принципе... Нет, так не получится. Да, надо трубу эту поднять, и тогда я смогу запрыгнуть наверх. А и чё я сюда припёрся? Видимо, мне рановато сюда еще. Сверху ничего не вижу. Все, ладненько, тогда выбираемся отсюда. А погоди, а вот это вот что такое? Вот это вот, вот это вот, это вот, это вот, вот. Вот оно радио. Вот оно радио. Так, подожди-ка, я его беру. Это радио, возможно, даже говорит, что надо работать, иди работай. Оно черное, оно злое. Ну-ка. Да-да-да, возвращайся к работе. Все, он побежал. А что ты, как ты работаешь, что ты делаешь? Ты просто тут стоишь и все? Давай паши, трудовой кодекс, говорит он мне, но стоит и ничего не делает. Все, получается, труба там перевернулась. Мы сейчас к этой трубе вернемся. Вот, вот, вот. Все, окей, запрыгиваем. Наверху у нас есть челик. Мне надо вот сюда. Вентиль открываем. А, вот этот проход открылся, по всей видимости. Тайников я тут вроде бы не вижу. Дай поболтаем. Я бы сделал это сам, если бы не потерял свой магнитный пояс. А у тебя он был вообще, в принципе? Чё ты на меня так косишься, а? Перестань. Так щурился. Как будто я его магнитный пояс украл. Кирка, скорость плюс один. Ну, балдежно. Но я еще хотел что... Туда проникнуть, но там куб нужен, а без куба никак ты никуда не проникнешь, ясно. С кубом сюда придется еще вернуться, значит. Ребята, о, вентиль. А это что такое? Ты нашел магнитный отталкиватель. Мощное устройство. Он может тебе пригодиться, когда ты вернешься в город. Ну, спасибо, я это знаю. И что дальше? Давай дальше диалог. Давай, давай, давай. Возьми этот детектор, чтобы найти последний вентиль. А вот этот вентиль не последний? Затем, может быть, я дам тебе кое-что в награду. А, так мы же с тобой болтали с прошлой серии, ты точно. Только ты тут теперь. Значит, детектор труб. Я его взял. Включите детектор труб. Вот один, активируем его. Пищит, если неподалеку от вас заблокированная труба. Окей. А ты кто такой? С обмоченными штанами. Ну нет, на самом деле это специальная вышивка на штанах, чтобы не протиралась от седла.
на лошадях. Это же ковбой. Если ты вернешься в город, я открою эту трубу для тебя. Ну хорошо. Я учту, я запомню. Я запомню. Давай-ка вон туда сейчас сходим. Опа, блоки. Чуйка не подвела меня. Там и золото, золотишечка. Хорошо. Очень хорошо. Прям великолепно. А что там? О, туда надо подняться. Надо подняться. Хочу, хочу сюда. Ух ты, секреточку еще нашел. Хо-хо. А тут что у нас? А, регенерация здоровья. Спасибочки. Блин, туда я точно не запрыгну. Вообще никак. Вообще никак не запрыгну. Слишком высоко. Нужна телепорт-пушка. Блин, придется сюда опять вернуться. Столько мест, куда придется вернуться. Эй. Так. Отсюда все очень хорошенечко видно. Вот по этой же трубе можно подняться, кстати. Да, на самый верх. Давай, наверх. Вверх, вверх, вверх. Спокуха. Сейчас попробуем. Что это такое? Задувает что-то. Попробую сейчас сюда запрыгнуть. Есть. Я на самой вершине. Я наверху. Можно туда допрыгнуть. Но надо ли? Вон последний вентиль, кстати. Наверное, последний. Включить детектор. Так я его включил. Он у меня работает. Все, мне пучком. Так, допрыгну я туда или нет? Давай, 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 давай. Уху! Хорошенечко. Хорошенечко. Но тут ничего не оказалось. Тут ничего нет. А погоди, а вот это что? А, тут прутья. Прутья. Ну вот, в принципе, мы наверху вот этой булки, если это булка все-таки. Но это не точно, что булка. Ой, ой, ой. Так. Непонятно, что я тут забыл? Для чего я здесь? Летаю. А, чуть не свалился. Сейчас перепрыгнем на ту трубу. Должно получиться. Я высоко, в принципе, сюда. Опа-па-па-па-па-па. Да. И сейчас мы вот этот вентиль откроем. А для чего мы этот вентиль откроем, я так и не понял. Есть. Вентиль открыт. Здесь еще блок. Шашечно. Можно запрыгнуть сюда. Да. Будь у меня телепорт-пушка, я бы еще выше запрыгнул. Но пока никак. Покашечки. Не какашечки. Че, спускаемся вниз. Там я был. Спички, спички, спички. Подожди, вон там вот. А, давай обратно запрыгнем. Хочу вон в ту трубу попасть. Не знаю, получится у меня это или нет. Может быть от электричества? Вот так вот. Оп, 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 оп. Давай, 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 давай. Есть! Я упал в трубу, прикинь. Так, из одной трубы в другую трубу падаю. Ох, балдежно. Че, теперь дальше куда? Ну, наверное, наверное, там я был. Ладно, давай сейчас туда полетим. Вот сюда летим, 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 летим. И не достали. Не достали. Вот, где-то здесь еще вентиль есть, кстати. Внизу, что ли? Вентиль, вентилечек. Монеток-то сколько? О, привет, а ты что тут охраняешь? Это был ужас... Не, не, это не то. Я потерял ключ от этой двери на каменистом уступе над станцией. Он провалился в щель на стене пещеры. Это был ужасно страшный монстр, дружище. Ну ладно, я постараюсь его... А, вон вентиль. А, там нет вентиля, нужно найти его и вставить туда. Тут вентиль. А, то есть нам всякое разное нужно его открыть. Так. Это что тут у нас? Что это такое? Подождите-ка. Оп, оп. Сюда не запрыгнуть. Пряжка тут не работает. Так, а если я вот это сломаю? А, ну тут золото было. О, сундук. Ничего себе. Ничего себе. Куча монеток. Давай, забирай все. Пройдем. А, здесь я был. Так, так, так. Здесь я тоже, возможно, был. Да, тут мы тоже были. Я помню этот мостик. Подожди, а вон там вот что? Давай туда, короче, запрыгнем. По крайней мере, попытаемся запрыгнуть. Эх, чуть-чуть не достал. Сейчас. Сделаем все по красоте. Ну, чё ты, цепляйся. Эй. Опа. Значит, вентиль. Где бы нам тебя найти? Вентиль, вентилечек. Мой крючочек. Вот, может быть, вот где-то здесь что-то есть? Щель, щель, щель.
выступ над станцией. Может, станция... А, подожди, вон вентиль. Вон вентиль, я вижу его. Нам нужно сюда притащить радиомаяк, чтобы подбежал сюда рабочий. А радиомаяк... А, радиомаяк. Радиопередатчик у нас где-то здесь был. Если не... О, я, кстати, двери открыл. Шикарно. Радиопередатчик у нас вон там. Вот. Я его могу взять? Не говори никому, что я отваливаю от работы. Отлынивает, точнее, от работы он. Сюда. Ага. Сейчас мы по-быстренькому попробуем пробраться. Истырить этот радиоприемник. Так, значит. Значит. Опа. Бежим. Радиоприемник, он где-то здесь, вот тут, вот он, вот он, этот радиоприемник, он здесь, вот тут, где-то тут за углом был, вот там вот, а он наверху. Сейчас я его свистну. Опа. А, подожди, это отдых. А может, нам отдых-то и не нужен? Не знаю. Сейчас проверим. Отдых нам нужен или не нужен? Скорее всего, работать надо. Работать. Куда ты так бежишь? Погоди, куда ты торопишься? Давление вышло из-под контроля, мы обречены. Странно. Это, видимо, то, что я вентили откручиваю. Так, значит, вот я притащил, иди работай. Точнее, отдыхай. Перерыв, отлично. А вот эта зеленая кнопка, что это такое? Что это за зеленая кнопка? Подожди, оставь этот вентиль здесь. Зеленая кнопка для чего? А непонятно, надо для чего здесь. Непонятно. Значит, хорошо. Сейчас я запрыгну. А, подожди, чуть пониже, пожалуйста. Нет, это прям перелет конкретный. Перелет. Мне не нужен перелет. Оп. Значит, вентиль вставляем, откручиваем. Есть. Последний остался. Ну, не факт, что последний. Вон тот вентиль, и он где-то стоял над станцией. Где же ты стоял-то, друг мой? Блин. О, во, блок, смотри, какой блок. Блок какой. Какой блок? А как бы мне туда залезть? Сейчас, подожди. Есть идейка. А, мы сейчас спрыгнем. Отключай пряжку. Прыгаем сюда. Потом оттуда вон туда. И как бы норм. А тут спичек у вас нету? Что там такое происходит вообще? Там что-то есть, там что-то интересное. Прям капец как. Вот проходик есть какой-то. А, стой. Включи обратно свою пряжку. Вот здесь вот. Эх, телепорт-пушку бы. И все бы у нас проканало. Ладно, может, я тут разобью как-то. А, ну я сюда все равно проник. Секретная локация. Открываем. Там вон еще вентиль есть какой-то. Чего? Здоровье максимум плюс один. Сколько у меня сердечек-то теперь? Я здесь был? А, да, мы здесь были. Вон там кубик нужно вставить. Больше тут ничего интересного вроде бы как. Вроде бы когда. Выбираемся. Мадам, не подскажите, сколько труб мне еще надо найти? Около 2 труб. Понятно. Будем мы искать. Ну, одну-то я знаю, где активировать. Так, а ты что не скажешь мне? Какой вид. Если бы только не пахло канализацией, то было бы вообще шикарно. Короче, по-любому это вот этот вот уступ, потому что монстры бродили исключительно только здесь. Так что ключик где-то должен быть здесь. Осталось найти щель в стене. Он говорил про щель в стене. Прикинь, я, кажется, понял. Это же тот бугай, которого нужно накормить. Ну, я не знаю, бугай это или нет, но это призрак, это монстр же реально какой-то в тени там спрятался. Значит, все, нам нужно спички найти. Вот это что такое? Тебе пока что здесь не пройти. Почему это мне не пройти? Может, пройти. А может, и не пройти. Ну да, видимо, мне здесь пока что не пройти. Ладно, послушай. Хотя, можно вот так вот сделать, смотри. Чего это мне здесь не пройти? Вот так вот, хопа. Ну да, туда я точно не допрыгну, а там сундук. Там сундучок я запалил. Нужен двойной прыжочек. Хорошо. Ты тут что делаешь? Я стану героем, который борется за водопроводную справедливость по всему миру. Меня будут звать Человек-сантехник. Ужас. Ну ладно, Человек-сантехник, я пошел. Значит, мне нужно разобраться со спичками. Пойдем мы отсюда. Уйдем. Где же спички нам найти? Спички. Где бы мне вас найти? А насчет забега, подожди.
Пока что не будем отсюда уходить, надо решить вопрос с забегом. Где этот спортсмен? Спортсмен! Бегун! Ну чё, я там вроде двери открыл, так что можно попробовать. Думаешь, что сможешь одолеть меня? Я оттачивал свои навыки в самых серьезных забегах. Если победишь, то я, быть может, открою секретную дверь. Готов к забегу? Ну да. Вперед. Чё, уже? Нифига ж себе. Нифига ж себе. Ты очень шустрый. Мне надо было бежать. Мне нужно было по-другому бежать. Черт, я походу не успею. Я бегу за тобой. Вот нам вот сюда надо. Так. Угу, пока хорошо получается. Есть. Стой. Черт. Черт, я, блин, запутался. Ах. Так, надо попробовать заново. Сейчас. Я вот эту линию свою тут оставлю. Если бы линия была, я бы первый прибежал. Он обратно убегает. В этот раз я побегу немного по-другому. Давай. Готов к забегу? Готов. Давай, погнали. Побежали. Я в этот раз вот так вот сделаю. Хопа. Давай. Шустрей. Угу. Ништяк. Отлично. Бегу. О, он уже там. Ничего себе. Вот этот быстрый. Очень быстрый. Ну давай же. Есть. Вот тут вот. Эх, опять перелет. Черт. Давай, поднимай меня. Черт, ну вот ж близко было-то, а. Негодяй. Давай устроим еще один забег. Ну, черт, S2. Блин, плюс 2 секунды. Эх, чуть-чуть вообще не успел. Ладно, попробуем еще по-другому. Значит, третий вариант. Давай, я готов к забегу. Все, побежали. Хопа. Вот так вот. Давай. Бежим. Черт подери. Вот этот. Давай. Кажется, получается что-то там. Опа, здесь падаем. Вот здесь вот. Все, я здесь. Да, я первый. Обогнал. Ладно, я открою эту дверь. Быстрее, я получил достижение, забираю монеточки. Вот и сундучок. А вот тут еще что-то сжечь можно. Лечение X2. Ну, здорово. Значит, спичку надо сюда притащить. А здесь случайно нет спичек? Спичек у тебя нет? Не могу поверить, что я проиграл. Но бывает в жизни огорчение. Может, с города мне их реально принести нужно, а? Как думаешь? Здесь я был. Возвращаться придется. А, кстати, подожди, вот спички же лежат. Чуть-то я. Точно. Все, спичка есть? Вначале, значит, что мы делаем? А как мне ее зажечь? Подожди. А, ну там коробок же был, да. Точно, там коробок был, я смогу от него зажечь. Ну что, ребятки, я здесь. Сейчас я зажгу вам грильчик. Давай. Опа. Вот, пожалуйста. Спичку здесь оставляем. Значит, берем мясцо. Вот. Оно пожарилось? Ну, типа, да. Это выкидываем. Сейчас еще вам всем тут нажарю. Будете пальчики облизывать. По максимуму вам. Вот. Че, вроде бы все. Один кусочек я у вас заберу, да, окей? Время обеда. Так, а если я всем растащу? Вот, держите, ребят. Держите вам. Сейчас мы и тебе дадим. Держи. На. О, взял. Нямка. Вкуснятина. О, он и поправился вроде или нет, или мне показалось. Ребята, будете, нет? Будете? А вы будете, ребят? Вот, у меня есть. Еще хочешь? Восхитительно. Он еще хомячит. Еще пожирнее стал. Очень вкусно. Подожди. Так, вот этот кусок тебе, этот тебе. Нет, никто ничего не хочет. Ладно, держи еще один. Мое любимое блюдо. О, сколько он денег мне дал. Из тебя вышел отличный официант. Вот, возьми чаевые. Нифига себе, сколько он мне там дал. Я что-то не обратил, сколько у меня было. Но гора знатная. Может, 50, не знаю. А вот этот кусочек я забираю. Пойду отдам это тому чудовищу. Чудовище, держи. Вкусное мясо. Брать красный штука. О, спасибо. Он же и говорил про красную штуку, блин. Это же очевидно было, что это ключик. Ёпрасоте. Ну ничего, бывает иногда тупеньки. Это же все-таки головоломка, надо развивать свои мозги.
Сейчас мы этот ключик вставим и последний вентиль откроем, и что-то там чудесное должно произойти. Надеюсь, чудесное. Так, ну, по большей части головоломок мы здесь все решили. Конечно, есть нерешенные. Мы сюда вернемся, когда у нас будет телепорт-пушка. Вот. Это был ужасно страшный монстр, дружище. Ну, ничего страшного, там в стенке просто глаза. Так, последний вентиль я открыл. Пойду теперь к тетке, сбегаю. Она должна меня чем-то там поощрить, наградить. Сказать, какой крутой молодец. Надо же, ты все починил. В этих трубах уже столько лет не было нормального давления. Дай мне что-нибудь дельное. Давай уже. Эй. Что-то все повисло. Мышкой вертеть не могу, ничего. Вот твоя награда. Нифига ты долго думал-то. Я уж испугался, думал. Получено достижение мастер. Че она там говорит? О, давление в трубах вернулось в норму, и мое давление тоже больше не скачет. Че здесь? О, опять куча монет. Давай забирай все это. Сколько? Короче, 30-ку монет. Точно 35 монеток здесь было, наверное. Может, ты мне трубу откроешь? Если ты вернешься, только если я вернусь в город, тогда он мне откроет все. А так, типа, борода. Че за ерунда? Ну и что, вроде бы здесь все, можно возвращаться в город. А, нет, не все, подожди. Мы еще не сожгли картонку. Картонку на забеге. Сейчас я возьму спичку. А, я успею ее, интересно, дотащить? Ну, в принципе, должен. В принципе, должен. Включая пряжку. И при помощи нашей магнитной пряжки мы просто допрыгаем туда. Долетим. Еще хочу вон туда сбегать, но это сейчас чуть позже. Берем. А, нет, ее же зажечь нужно. Зажечь спичку нужно. Зажгли, бежим. Давай, 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 давай. Давай, скорей, 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 скорей. Ножи, 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 ножи. Зря я тогда. Черт, теперь не запрыгнуть туда, не зацепиться. Это фиаско. А, вот так вот. А спичка-то где? А спичка. А, она сгорела, видимо. Она, видимо, сгорела. Значит, нужно что-то придумать. А что придумать? Есть гениальная идея. Надо две спички положить. Значит, одну спичку я тащу. Сейчас, все, да, точно так должно получиться. Гениальная мысль. Сейчас, значит, минуточку. Мне нужно будет спичку зажечь где-то вот здесь. Вот я ее зажигаю. Вот именно здесь они догорают у меня. Спичка, я иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Так, эту бросаем, эту берем. Давай, давай, давай. Опа-на. Кажется, получилось. Кажется, получилось. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Да! О-о-о-о, вышло. Еще один сундучок забираем здесь. Ого, ого, сколько тут деньжат. Вот это да. Я думал, там проход есть, но нет. Тут нет прохода. Блин, я богат. Чертовски богат. 268 монет. Офигенно. Все, походу, надо возвращаться, да? В город. Вот теперь я могу с уверенностью сказать, что я тут по максимуму сделал то, что у меня было возможно. Из того, что у меня было в арсенале, я сделал. Наверное. Ладно, чё, давай выбираться здесь. Путь только вот так вот лежит. Через гвоздики. Обратным путем я не смогу пролезть. Здесь ничего не упустил? Вроде ничего не упустил. Значит, нам нужно сейчас запрыгнуть вон туда. Опа. Отлично. А вон там внизу что-то есть, гляди. Чуть не улетел. Пряжечка подсвети. Ай, тупик. Тупик. Тут ничего нету. Раскатал губеху. Опа. Как огромная стенка. Кстати, насчет кирки. Кирки, кирки, кирки. А, ну тут простенько. Сейчас мы лазерком подтянем эту деревяшку. Она откроется. Есть. Спрыгиваем туда вниз. Вниз. И где я чуть-чуть? Я очутился... Где-то. Ого. Ого. А может быть туда? Еще куча головоломок появилась. 100-500 головоломок. Наверх запрыгиваю здесь. Ясно? Ясно, что ничего не ясно. Да, получилось. Нужно активировать, значит, вот эту штуку. Вот эту штуку. И будет нам хорошо. Дверки открываются? Нет. Но тут есть блок. Смотри. Есть блок, через который я проскочил куда-то. Покажите мне нормально, что тут происходит вообще. Сверху блоки есть.
Я все сломал. А, нет, не все. Вон там вот еще тоже можно что-то сломать. Сейчас забегу тогда, подождите минуточку. Вот так вот надо сделать. Опа. Надо пониже сделать, да, наверное? А, нет, вот, залез. Залез. Монеточки все собираем. Черт. Придумаю. Опа. Вот так вот. Монетка моя. Да. Эти блоки разбиваем. Все. А, гляди-ка. Какая интересная вещь. Я что-то открыл. Вот здесь вот у нас что-то... Да, вон оно что. Сейчас и вот эту штуку надо тоже. Опа. И все, мы сверху там все как бы это... Разлочили. Ага. Теперь мы можем вот эту штуку открыть. Так. Вот. Вот, здорово. Сюда запрыгиваем. Что у нас тут? Что у нас тут? Ну, тут показываю. Бросок кирки. Теперь я могу бросать. Это шикарно. Это шикарно. Тем самым я могу сбить. Ага, ключик. И, по всей видимости, я могу теперь ломать блоки, кидая кирку. Но должно быть, по крайней мере, так. И что? И подождите. Так, а как мне отсюда теперь выбраться? Я тут не... А! Нам нужно активировать вон ту штуку. При помощи броска кирки. Сейчас. Давай, что ты? Смелей. А, есть. Это надо опустить. Ну ладно. Побежали, что? Опа. И где мы очутились? Где мы очутились? Там выше подняться никак. Можно здоровье поправить, но у меня все по фулу. Все. Ух ты ж, ё-моё, чего меня так пугает? Я тоже, между прочим, кидаться могу, понятно? О, скинул. Давай слетай. Так. Да блин. Кирка, как знаешь, молот этого Тора. О, я могу еще и киркой разбивать камни. Это хорошо. Сундучок запалил. Запалил сундучок. Эй-эй-эй. Сколько у вас тут, а? Сейчас я... Забавно. Нади! Блин, ничего себе, я как-то умудрился кинуть кирку, она отбила заряд и уничтожила. Вот это да. Ну, ты сам все видел. Кстати, у меня у здоровья сейчас немножечко подизмухрытилось. Давай сидим. О, гляди, реально восстанавливаю здоровье. Бодро. Очень бодро. Все, значит, за сундуком. А, вот это вот надо сломать еще. Сейчас, подожди. Да, ломается. Все, все, я проверил. Я убедился. Сюда я должен как-то залезть. Я должен это сделать. Ну же. Но без телепорта, походу, никак. А, подожди, вон можно вон туда как-то зацепиться. Ладно, через верх, видимо, будет. Можно будет залезть наверх, зацепиться сюда и туда, к сундуку. Окей. А, нет, стой, подожди. Вон оно, куда ведет-то это все дело. Ясно, я тут уже был. Просто с другой стороны только. Просто... А, подожди, и получается мы можем теперь киркой... Да, точно, точно. Мы можем сломать... Кстати, насчет вот этого. Мне все в комментариях писали, что это... Не адамантий, а обсидиан. Так что вот, я что-то как-то мне тупануло. Ну, я во всем этом не шибко-то разбираюсь. Зато мои подписчики разбираются. И очень хорошо. Вернулся, короче, обратно. Хочу вот это вот дело исправить. Что там? Покажите мне. Так. О! Понятно. Ладно, чё, все, покидаем зону предприятия. О, кстати, можно же вот так вот сделать, да? Я достану, нет? Ух, главное, что не упал. Это самая радостная новость. Сейчас, подожди, я туда, в принципе, могу допрыгнуть. Могу, думаю. Опа! Да. Все, теперь ни одно золотишечко, ни один майнкрафтовский блок от меня не спрячется. Так, вон туда надо теперь попасть. Сейчас, минутку. Достану? Чуть-чуть вот не достал. Эх, ладно, отсюда есть ли? Ну же, эх. Да блин.
Да как так-то? Не ломает, видимо, чтобы его сломать. Да, его так просто не сломаешь, нужно туда как-то запрыгнуть. Ну ладно. Простим ему этот недуг. Ну и вот, наконец-то мы добрались вот до этого рубильника. В прошлой серии мы с него все и начали. Всю эту лубуду. А теперь мы при помощи него отсюда выбираем... А, это сундук мы достали. Чего бросок? Пронзание плюс один. Ничего, насквозь. Брошенная вами кирка теперь летит сквозь врагов. Обалдеть. Ну что, пойдем. Пойдем поможем фокуснику. Синий, привет. А ты че, кто такой? В окрестностях бродят монстры, потому вам обязательно пригодится новое улучшение. А где твое улучшение? А что ты такой маленький? Или это я такой большой? Блин, нет, это ты такой маленький. Ладно, я к тебе забегу в магазин, но сперва я должен помочь фокуснику. Слишком высоко, не зацеплюсь. Да, мне нужно двойной прыжок изучить. Фокусник, прости. Второй фейл. Это фиаско, братан. Да. Ладно, пойдем насчет улучшения разберемся. Посмотрим, что мы там можем прикупить. Ну, конечно же, кирку мы теперь за 200 можем купить. Это что у нас? Дальность удара, максималь... Карту возьму. Вот, теперь у нас есть карта. Категорически запрещено писать на карте слово из трех букв. Не пишите непристойности на карте. Ладно, открываем карту. Ух, какая она большая. Прикольно. Значит, это вот везде, где мы были. Я могу теперь вот так вот нарисовать. Остереть. Подожди, кирка, вернись. Подожди. Стираю. Непристойные слова, да? Ну, напустим. А, тут нельзя? Блин. То есть, ну, на всю карту нельзя это написать. Капец. Да, ну хорошо, стираем. Эх, моя фантазия тут разыгралась. Ну, давай здесь хотя бы напишем. Вот так вот. Пускай будет. И сейчас такой выбегаю, и сверху такие буквы хурма написано. Забавно было бы. Так, что у меня еще 230? Давай кирку эту купим. Алмазная кирка. И вот сейчас посмотрим. Алмазная кирка. Сейчас посмотрим, сможет ли она сломать обсидиан. Пойдем скорее туда. Прям очень хочется узнать, что же скрывается за этими стенками обсидиановскими. Фу, я снова воняю. Но мне кажется, что алмазная не сможет сломать обсидиановскую стенку. Нужна обсидиановая кирка, если я правильно выразился. А нет, смотри-ка. А все сломалось, ты представляешь? Ты представляешь? И куда же это я проникну? О-о-о-о. Получено достижение. Игры с огнем. Ну что ж. Я думаю, на этом надо закругляться. Самое интересное мы ставим на следующую серию. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующие серии по Супраленду, по Зомби Эйсер и еще по другим крутым игрушкам, которые должны появиться вот-вот на канале. Там новенькие будут, так что до встречи. Увидимся и услышимся.